Надзвичайна подія у Миколаєві вже за декілька днів. Отже, відірвіться від телевізора і комп'ютера. Відчуйте, як б'ється ваше серце. Вас запрошують на марафон в Миколаєві. Вперше, 23 квітня, стартує марафон. І сьогодні у нашій студії один із організаторів цього заходу – Олександр Авербух. Доброго ранку. Добрий день. Отже, що це таке буде відбуватися в нашому місті? Чому, навіщо і хто це зробить? Дело в том, что существует вообще два способа жить. Первый способ – это так, как будто вообще чудес на свете не бывает. И второй способ – это способ, что все вокруг является чудом. И у нас всегда есть выбор – либо злиться на то, что у нас нет, либо быть благодарны за то, что у нас все-таки есть. У нас есть руки, у нас есть ноги. Прямо философия. Конечно. Именно от этого зависит того, как мы живем. Жизнь сама по себе нейтральна, мы ее наполняем. Смысла в жизни вообще нет, пока мы сами не наполним смыслом эту жизнь. Я бываю часто за границей, и вот недавно был в Тель-Авиве. В таком же марафоне принимало участие 40 тысяч человек. 40 тысяч человек. Колоссальное количество людей. А сколько там мешканцев взагалі? Ну, вообще во всем Израиле 7 миллионов человек проживает. И дело в том, что когда мы решили организовать вот этот полумарафон, у нас даже не марафон, а полумарафон, то мы хотели все-таки показать людям, что существует совершенно другое мировосприятие, существует другое времяпровождение. Дело в том, что... Инше від чого? От того, какое у нас традиционно есть. Зазвичай. Да. Дело в том, что у нас мы привыкли обвинять всех вокруг о том, что у нас что-то не получается. Мы часто чувствуем себя жертвами и часто обвиняем правительство, обвиняем... О, это нам дай только. Конечно. Мы обвиняем всех вокруг, что мы, у нас закончились отношения, или мы удерживаемся за ту работу, которая нам не нравится, и жизнь превращается в борьбу. Но жизнь дана нам не для того, чтобы мы боролись сами с собой. Жизнь дана нам для того, чтобы мы получали удовольствие, для того, чтобы мы радовались, как живут наши дети. Мне подобается, как вы думаете. Конечно. И дело в том, что когда мы, понимаете, мы же не можем заставить ребенка делать то, что он не хочет. Вообще бесполезно воспитывать детей, они все равно будут похожи на нас. И поэтому, когда мы говорим ребенку, не делай так, не делай вот так, не делай, как твой папа, мы им не предлагаем выбор. Надо показывать, как ему надо делать. Надо нарисовать ему цель. Надо показать его мечту. И тогда, может быть, он начнет делать то, что не делает его папа. И для того, чтобы ребенок знал, как идти по этим шагам, как быть успешным, как не жаловаться на жизнь, а получать удовольствие от каждой минуты жизни, необходимо ему каким-то образом показать, как это делать. И если родители этого не знают, может быть, мы... Те люди, которые не жалуются на жизнь, а те, которые чего-то достигают, становятся более-менее успешны в своих хотя бы глазах, они покажут, что чудеса все-таки в жизни бывают. И вот вы наполягаете на том, что это зранку, встать зранку, незрозуміло чому бігти, сонце пече або дощ іде, а хтось біжить по вулицях, всі люди сплять, да. Або дивляться телевізор. А ты бежишь и відчуваєш, що ти щасливий? Конечно, именно так. Дело в том, что тут есть и психологический момент, и физиологический момент. А психологический момент в том, что... Дело в том, что мы все же рождаемся, и мы же видим, как маленькие дети носятся по кругу, наматывают эти маленькие круги, и они счастливы. Они... Но жизнь так устроена, что мы начинаем забывать вот это детское ощущение жизни. Когда мы не боремся с собой, а когда просто живем и просто радуемся от того, что мы просто есть. Вот чудо есть, вот мы такие, и мы живем. И поэтому, когда утром, или не обязательно утром, это может быть днем или вечером, вы выбегаете и начинаете бежать, вы скидываете эти социальные рамки. Знаете, как я могу бегать на работу, когда запизнюсь? Это совершенно другая цель. Не подходит, конечно. Мы когда начинаем бежать, мы возвращаемся к себе и начинаем... вспоминать вот то детское ощущение. Более того, с точки зрения физиологии, я работаю врачом, к сожалению, я работаю, ну или к счастью, работаю с людьми, которые имеют зависимости, и вижу, какие у них стереотипы поведения, которые, ну, и им мешают жить, и их родственникам мешают жить. То когда мы начинаем менять свои
убеждения, когда мы менять начинаем свою физиологию, потому что когда мы бежим, у нас вырабатываются внутренние гормоны счастья, так называемые эндорфины, так называемый дофамин. И чем больше его вырабатывается, и чем больше он, этот дофамин, нейропептид садится на рецепторы, тем лучше ощущение нашей жизни. Слухайте, говорят науковцы, что диетологи банан и шоколад виробляют, сприяют вироблению из этих гормонов счастья. Может, ну его, цей біг з'їв бананчик, закусив шоколадкою и ничего, да, и бігти никуда не треба. Ну, может быть и так. Но дело в том, что тогда мы будем только есть бананы, есть шоколадом, и будем чувствовать себя все больше и больше, поправляться и на каком-то этапе... Зато будем счастливы. Да, согласен. Но на каком-то этапе мы захотим, чтобы количество вот этих рецепторов в организме, которые воспринимают этот дофамин, увеличилось. А это необходимо только лишь в том случае, когда мы делаем физические упражнения, физическую нагрузку, получаем радость вот от мышечного утомления. Поэтому, если жизнь пришла в тупик, если вы чувствуете, что-то не так, вы каким-то образом живете так, что в той точке, в которой вы находитесь, ну не совсем комфортно. То, что вы, да, комфортно. Надо полностью менять себя. Надо встать с дивана. Да. Надо попробовать сделать усилия. И эти усилия надо делать не один день, а хотя бы 2-3 недели. Вот когда наш организм почувствует вот эту физиологическую потребность. И вы увидите, что как только вы начнете бегать, ну неважно, бегать это, или танцевать, или любая физическая нагрузка, вы почувствуете, как будут меняться даже ваши убеждения, даже мысли. Поэтому чудеса бывают, и вы можете, даже если вы не верите в чудо, такое же тоже бывает, люди не верят в чудо, но вы можете стать чудом для совершенно других людей, ну, прежде всего, для своих детей. У нас есть такая рубрика «Верю в чудо», мы верим в дива. Конечно. И, возможно, так треба буде зняти как раз її продовження саме разом із вами. А скажіть, будь ласка, як же виникла ідея організувати ось такий подібний захід, марафон? Це дуже потужна ідея. Дело в том, до неї вже долучилися декілька міст нашої країни. Дело в том, что мы же все знаем лондонский марафон, бостонский марафон, нью-йоркский марафон, тель-авивский марафон, вот я же говорю, 40 тысяч людей было. И возник, чем мы отличаемся от этих людей? Ничем. Мы такие же, как они, мы такое же образование получаем. Мы не хуже и не лучше. Но... Тобто скоро будет такое гасло «Миколаевский марафон». Конечно, так однозначно будет. И мы хотим создать вот такую среду в Николаеве, которая бы давала возможности лично мне жить здесь и получать удовольствие. Когда я иду, и со мной здороваются, и я здороваюсь. Когда я, понимаете, многие люди, они изначально, вот когда борются с собой, они во внешнюю среду дают агрессию. Вот они вот эту злобность, агрессию, недовольство, вот все из них льется. Понимаете, вот такое ощущение, как будто они яд этот выпускают наружу, но когда они глотают, они же глотают этот яд сами, отравляя жизнь саму. И поэтому мы хотели бы изменить вот эту вот традицию недовольства и показать, что существуют совершенно другие люди. Может быть, их не так много сейчас, но тем не менее они существуют. И может быть, мы попробуем таким вот образом показать населению, что... Есть люди, которые радуются жизни, есть люди, которые бегают, есть люди, которые танцуют. Не просто показать, а запросить. Конечно. И наша знімальна группа уже побывала на тренировании, да. Бо марафонская дистанция так просто не дается, треба тренироваться. Дивіться, как это было. Весь 3 квітня в Миколаєві пройде марафон. Взяти участь у ньому зможе кожен миколаєвець. Від учасників вимагається лише бажання та невеликий організаційний внесок. Рубрика «Авангард» побувала на одному з тренувань, які проводяться для майбутніх учасників. Хоча в Миколаєві такий захід, за словами організаторів, проводитиметься вперше, для світу така практика вже стала традиційною. Такі полумарафони і марафони проводяться во всьому світі. Существує маса марафонов, которые вовлекают людей совершенно разных. Людей, которые занимаются IT-технологиями, людей, которые занимаются врачеванием, или людей, которые просто торгуют. Объединяет вот этот полумарафон, объединяет единственной целью. Все мы разные, но по большому счету нас объединяют какие-то общие цели. Поэтому первый Николаевский полумарафон, который мы вот собрались провести, он должен привести нас к обычным человеческим целям, обычным человеческим качествам. На сьогоднішній день зареєстровано близько 50 майбутніх марафонців. Але у городян ще попереду 3 тижні, аби стати учасниками забігу.
Для прикладу, за словами Олександра, в Тель-Авіві на подібний захід прийшло 40 тисяч людей. Основна наша задача, для чего мы все это делаем? Для того, чтобы город, который не имеет славы беговой, все-таки сделать беговым городом. Потому что бег – это самая естественная двигательная активность, которая не требует ни залов, не требует ничего, кроме желания. Для того, чтобы человек начал бегать, единственное надо ему – желание. Это единственное для того, чтобы начать бегать. Можно бегать в парке, можно бегать на стадионах. Крім того, в рамках марафону пройде благодійний забіг «Я і мій четвероногий друг». Тут обов'язкова умова мати з собою четвероногого вихованця, який пробіжить з вами визначену дистанцію. Частина коштів від марафону піде на благочинність. Ми створили ось цей благотворительний зоопробіг, в якому люди зможуть поучаствувати, а також своєю регістрацією фінансово можуть допомогти зоозахисній організації «Фенікс», а також нашому комунальному підприємству. І ще раз акцентувати увагу на проблемі бездомних животних і на гуманному рішенні цієї проблеми. Тож, шановні миколаївці, не зволікайте, реєструйтесь. Побачимось з вами на біговій доріжці 23 квітня. Ось так, глядіть, не проспіть марафон. Кому показаний такий біг? Кого ви запрошуєте? Якісь вікові обмеження? Ні, ми приглашаємо практично всіх. У нас не тільки полумарафон, у нас є різні дистанції. Для дітей це 300 метрів. Для более старших детей 1 километр, 5 километров, 10 километров и полумарафон 21 километр. Мы приглашаем всех для того, чтобы научить новому времяпровождению. Приходите с детьми, и когда вы придете, приведете их за ручки, может быть, первый раз вам придется за руку пробежать. Но я вас уверяю, что потом вам не придется держать своих детей за руки, вы будете держать их в своем сердце. Противопоказания существуют? Бегу в принципе противопоказания нет, но если у вас есть проблемы со здоровьем, мы 4 раза в неделю проводим подготовку для всех желающих. В какие дни? Понедельник, среда, пятница и воскресенье на нашем стадионе. Все желающие могут прийти и получить квалифицированную помощь. О котрій годині? В 16:30 в воскресенье. Пожалуйста, приходите, и вы получите квалифицированную помощь от профессионалов, потому что тренировки ведет заслуженный тренер Украины, мастер спорта международного класса Алла Федоровна Ковпак. У нее огромный опыт. И просто так обычному человеку встретиться с олимпийцем, вот на прошлой тренировке была участница Олимпийских игр, тренировку проводила одна из победительниц чемпионата Европы. Там. И поэтому вот прикоснуться к этим людям, спросить у них, узнать, как правильно ставить стопу, как правильно дышать, как правильно бегать, это не всегда дано. Поэтому я приглашаю всех, кто захочет приобщиться к вот этому мероприятию или просто начать бегать, приходить. Это бесплатные тренировки, которые проводят профессионалы, и вы сможете узнать, можна вам бігати, нельзя вам бігати, якщо можна, то як треба бігати? Понеділок, середа, п'ятниця на стадіоні у котрій годині? В воскресенье лучше приходить. В воскресенье в 16:30 на центральний стадіон. Ви побачите людей, які ми починали з 4 чоловік, зараз на останній тренуванні було около 50. Так, і коли ж відбудеться сам марафон, слід зараз сказати, запросити всіх бажаючих. Приглашаємо всіх бажаючих, хто хоче участвувати, або хто хоче дивитися на це мероприятие 23 апреля. В 12 часов дня на Соборную площадь, где будет старт и где же будет финиш этого марафона. Взагалі-то я не бігун, але ми порадили щойно з нашим режисером. Мені здається, що треба відкомандирувати і творчий колектив програми «Новий день» приймете. Звісно, ми всім раді. Ну що, побачимо, що з цього вийде. Дякуємо за те, що ви завітали. Ми будемо пильно стежити за підготовкою до марафону. І думаю, ще побачимо Аллу Федорівну в нашій студії. Запросимо і інших представників, організаторів і учасників. А потім будемо підбивати підсумки. Отже, чекайте.